здесь уже площадка для более взрослых детишек уже обустроена. Какие штуки? Такие же качельки, такие же. Конечно, не так будет. Давай вот здесь будет, подожди. Вот и вот качельки. О, типа гигантов сделаны, гляди. Только по-другому. Вот такая. Это качели. Первый раз я такие вижу. У нас в детстве гиганы были. Или гигантские шаги их еще называют. Где нерядки были. И мы садились и так по кругу гоняли. Ну, здесь тоже очень серьезные такие скорости. Да, ощущение, наверное, хорошее. Ух ты, вот это скала, дров для детишек, для маленьких. Идем, идем за мной! Какой скалодрончик. Много же придумали. И тут прямо малюсенькие начинали плавать. Это да. Варюха завидует. Освободилась.